С марта этого года проходит всероссийский конкурс следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат». Участие в региональном этапе конкурса принял и Якимовичский школьный музей и победил. Что ждет победителя дальше, смотрите в сюжете. А дальше короткая передышка для радости и снова за работу. После победы на региональном этапе музей получил возможность поучаствовать и в этапе федеральном. На участие в нем поступило свыше 600 заявок из 68 субъектов Российской Федерации. Якимовичский музей планирует стать первым в номинации «Лучшая следопытская работа сельского школьного музея». Участвует наш именно клуб «Истоки», который работает при этом музее, и вот активисты музея, которые принимают участие самые заинтересованные дети, ну и дети, которые давно уже занимаются нашей работой поисковой, краеведческой, музейной. Клуб «Истоки» образован в 2009 году на базе краеведческого кружка. 12 лет ребята проводят содержательную полезную работу по сбору материалов. Участвуют в поисковых экспедициях, изучают военную историю региона и страны. Есть здесь и печатное издание, регулярно освещающее деятельность краеведов, каждый из которых не просто единица в списке, а активный преобразователь и хранитель патриотических традиций. В клубах «Истоки» я нахожусь с первого класса, как только пришел в школу. Меня это сильно очень интересует, потому что проводятся очень интересные мероприятия. Мы ездим по разным памятникам, мы проводим мероприятия в самом музее, приглашаем ветеранов афганской войны, и мне это просто приносит удовольствие. Здесь пробыл я 2 года. Этот клуб меня увлек историей России. Мне было интересно, как воевали наши родственники, соотечественники. За это время я успел сделать стенд, нес почетный караул на памятнике. Школьный музей в Якимовичах существует более полувека. За это время в регионе он получил репутацию образцового. Здесь представлена богатая экспозиция из найденных поисковиками солдатских вещей, а также собраны биографии и судьбы земляков, оставивших свой след в истории района. В 2020 году деятельность музея уже была отмечена на всероссийском конкурсе на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. Повторить прошлогодний успех рассчитывают и в этом году. Ксения Лошкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев. Десна ТВ.